Что касается оценки выборов, то я тут с вами соглашусь в том, что в ситуации, когда в стране нет публичной политики как таковой, очень сложно говорить о выборах, как о действительно системе изменения власти и ее возможности граждан избирать власть. То есть я бы сказал скорее, что это похоже на процедуры такие советского характера, когда есть административная процедура, люди в ней участвуют. И, в общем-то, как сказала глава Центральной избирательной комиссии недавно, что для нее важен не результат выборов, а явка на выборах. То есть явка и активное участие граждан для нее более важны, чем результат. Но результат, как бы, мы все тоже знаем, чем заканчиваются выборы. И председатель Центральной комиссии очень интересно на эту тему сказала, что выборы в Беларуси как жизнь. Все же мы знаем, чем заканчивается жизнь. Вот и все мы знаем, чем заканчиваются выборы в Беларуси. Но тут с ней сложно не согласиться. Спасибо.